Добрый день, уважаемые зрители. Мы с вами находимся возле так называемого пешеходного моста имени Тличка. И нас волнует вопрос, завалится он или не завалится этот мост. То, что Тличко завалится, это да. Видим, даже не доложили плиты, ничего не доделано. Еще строительные вагончики находятся. Так завалится мост или не завалится? Вот в чем вопрос. Будет ли этот мост стоять или не будет? Или он завалится под нагрузкой коррупции? Это самый охраняемый мост в Украине. На него брошены все силы полиции, муниципальной охраны и тому подобное. Даже начали бросать мелочь. Кто-то еще желает вернуться на этот мост. И надеяться, что он будет еще стоять. Самый охраняемый мост в Украине. Эти съемки могут быть последними даже. Кто его знает, может завтра уже его не будет, этого моста. Но мы надеемся на лучшее. В принципе, этот мост удобный. Он имеет право на существование. Но даст ли ему это право грунты и иные факторы, которые были при строительстве. Будет ли он стоять, этот мост, или не будет, кто его знает. Самое главное, написано, прохода нет. Сотло денег уходит с бюджета на охрану этого моста. Муниципальная варта ходит только. Вот. Заради того, чтобы видеть, как проезжают машины. Это стекло. Это не мост, а насмешка.
шланг проложенный. Камеры больше, чем в правительственном квартале камер. Это же надо такое. Это чудо строительства было. Вот так вот перелаживает, двойную работу делает. Так разберите для проезда машин сразу. Нету, угробили кирпичи все. Угробили кирпичи, вон привезли новые и будут теперь перелаживать. Работяги демонтируют бордюры. Сначала монтируют, а потом демонтируют, а потом снова монтируют. Самое главное, нет безработицы. И зарплата капает. Даже не этим работягам, а тем, кто руководит ими. Начиная с Кличка и заканчивая теми, кто проводит конкурсы на эту фирму, конкурсы на проекты и т.д. Фонтанчик такой сделали. Самое больше, что нравится, это фонтанчик. Такие рыбки. Так и нельзя сказать, будет ли стоять мост Личка или он рухнет. На этот вопрос может только ответить время. Спасибо за внимание.